Год за годом мы противостоим Легиону, празднуем победы и скорбим о поражениях. Мы сражаемся ради Азерота, ради тех, кого любим. Тысячи лет армия Света сражалась с пылающим Легионом. Мы атаковали их по всем фронтам. Мы преданы своей идее, как Легион своей. Либо мы их уничтожим, либо они нас. Это еще не конец? Гул'дана и его повелителей демонов не так-то просто изгнать. Боюсь, это только начало. Вы были не готовы. В наш мир пришли враги, одержимые желанием истребить все живое. Они убивали наших родных. Они разрушали города и разоряли святыни. Вы пытались помешать им и не смогли. И тогда, преисполненные ярости и решимости, вы пришли ко мне. Я научил вас черпать силу в том, что пыталась вас уничтожить. Теперь вы понимаете, что победа над пылающим легионом стоит любой жертвы. Но... Владыка Иллидан, демоническая энергия струится в наших жилах, терзает наш разум. Чем мы лучше этих монстров? Как ты смеешь? В этот раз мы не будем ждать, когда демоны придут за своей добычей. Мы отправимся в миры Легиона и выйдем на охоту! Yeah.
чую в тебе демона, а не охотника. Ты послужишь легиону. Ни за что. Хотела знать, чем мы отличаемся от демонов. Они сделают все, чтобы уничтожить наш мир. А мы пожертвуем всем, чтобы его спасти. Легион узнает об этой победе и устрашится вас. Мои Иллидари, теперь вы готовы! Иллидари, мои охотники на демонов. Когда сотни миров пали под натиском Легиона, вы откликнулись на зов. Но эти смертные в своем невежестве отвергли единственный шанс на спасение. Время на исходе. Я разделаюсь с этим сбродом. А вы отправитесь в Мордум и завладеете Саргеритовым ключом. Ступайте, но помните, поражение означает конец всего сущего. Акама, я не удивлен твоей двуличностью. Давно нужно было убить тебя и твоих мерзких прихвостней. Твое правление окончено, Иллидан. Мой народ и все запределье будут свободны. Смело сказано, но все равно не впечатляет. Узрите пламя Азенота! Это все, смертные? Это все, на что вы способны? Их гнев не чета моему, Иллидан. У нас есть одно незаконченное дело. Маэв, как такое возможно? Наконец-то моя долгая охота завершилась. Сегодня свершится правосудие. Нет! Владыка Иллидан повержен! Иллидари! Отомстим за него! Он отметил вас знаком скверны. Кровь демона в ваших жилах станет для вас приговором! Казематы их. Пусть гниют там с предателем вечно. Время пришло, Кардана. Впусти нас внутрь.
Нудорини Тала. Легион нашел нас! Сестры, защищайте казематы! Леди Маев, вы нужны нам! Сперва я должна кое-что сделать. Элидари, тысячи лет я оберегала этот мир от сил зла. Меня утешала мысль, что нашему миру не угрожают слуги предателя, такие как ты. Но ради Азерота я готова на все! Даже дать тебе свободу. Нам нужны охотники на демонов. Несет Азероту погибель. И уже скоро. Его тело остыло, но душа рвется в бой. Придется над ним потрудиться. Поспеши. Стражи освободили Иллидари и направляются к нам. Они готовы на все. Иллидар. Добро пожаловать в Игион! Кардана! Верховный Совет призовет тебя к ответу! Думай, что хочешь, сестра, но тебе нас не остановить. Слишком поздно, страж. Эта тюрьма станет твоей могилой. Вы должны выжить. Найдите того, кого зовут Верховный Маг Кадгар. Ему можно доверять. Я все еще страж Иллидана! Легион уже здесь. Сын мой, древняя тьма возвращается в этот мир. Как и прежде, она стремится уничтожить все, что нам дорого. Я приму этот бой, даже если он станет последним. Они здесь! Они вернулись! Всю жизнь я не выпускал из рук меч.
На моих глазах гибли герои и обращались в пепел королевства. Я столько потерял, что разучился доверять другим. Но ты показал мне, что такое прощение, понимание и вера. Андуин, теперь и я знаю, что нет ничего благороднее, чем стремление к миру. Но чтобы сохранить его, ты должен сражаться. Побеждаем! Держать строй! Мегакрут! Покончим с этим! Вызывай корабль! Сэр, вызываю, сэр! Расконгулируй нашу позицию! Нет! Нет! Милорд! Наступаем! Пусть лучники Сильваны расчистят небо! Нет, она не могла. Я так и знал, что ей нельзя доверять! Мы не выстоим без помощи Орды! Надо уходить! Отводи войска на корабль! Воины, отступаем! Интернал! Лево руля! Барин! Держись за меня! Отдай это моему сыну.
Тебя будут помнить как короля, который отдал свою жизнь в пустую. Во имя Альянса. Подойди поближе. Волджин. Духи Ло говорят, что моя смерть близко. Всех нас ждет смерть. Но Орда будет жить. Я никогда тебе не доверял. Даже в самый темный час я не мог представить, что тебе суждено спасти нас. Духи даровали мне просветление, видение, прошептали имя. Многие не поймут, но ты должна выйти из тени и править. Ты должна стать вождем. Волджин мертв. Кто из вас поможет мне отомстить? Подчиняться мне. Сильвана. В погоне за бессмертием ты стала уязвимой. Я свершу свою месть! За Варина! За Гилнеа! За моего сына! Похоже, я переоценила тебя, старый волк. Ты лишила моего сына будущего. Я
уничтожил твое. Не бойся, смертное существо. Проекция твоего сознания перенеслась в великую, запредельную тьму. Я Сера, одна из первых Нару, что появились во время великого творения космоса. Ты стоишь перед горнилом творения в надежде найти ответы. Слушай, и все узнаешь. В незапамятные времена исход Великой Битвы определил судьбу всех миров. Именно тогда всемогущий пантеон титанов пал от рук предателя Саргероса. После этого не осталось никого, кто мог бы противостоять Саргеросу. И падший титан со своим пылающим легионом отправился безнаказанно уничтожать миры. Но те, кто выжил, восстали из пепла разоренных миров и обратились против демонов. Они известны как Армия Света. И вот армия стоит на пороге забвения. Ее кампания на Аргусе вот-вот закончится. Если армия падет, легион начнет новый поход, который перевернет все мироздание. Передо мной стоит почти невыполнимая задача — найти дитя света и тьмы, того, кто положит конец эпохе демонов. Его зовут Иллидан Ярость Бури. Надеюсь, последняя просьба Армии Света будет услышана. Тысячелетняя война достигла пика, и рассвет еще не скоро. Этот сосуд воплощает нашу великую жертву. Отдайте его пророку. Он – ключ ко всему. Мы не искали такой участи. Но судьба все решила за нас. Преуспеете, и свет воссияет вновь. Не справитесь, и все сгорит. Мы не подведем. Туралион. Сдавайтесь! И, может быть, я пощажу вас! То, что видел я. Вы знаете нашего врага. Следуйте за мной, смертные, в бездну. Здесь.
Здесь погиб его отец. Мальчик не познал тех ужасов, что мы пережили. Да. Ты прав. Андуин, тебя могли убить. Я должен был прийти. Сынок, не стоит на это смотреть. Ты никогда не сдавался. Сражался до самого конца. Отец, я не справлюсь. Эта ноша слишком тяжела. Мне не стать таким, как ты. Андуин, твой отец был настоящим героем. Он заставил нас поверить, что страх не имеет над нами власти, даже перед лицом смерти. Что же мне делать дальше? Выполнять свой долг. Герои, ваш подвиг в Цитадели Ночи приблизил нас к долгожданной победе. Мы отбили у демонов последний столб созидания и, наконец, изгоним их из нашего мира. Гул'дан пал, за ним падет Легион. Гул'дан был всего лишь пешкой. Пока война не окончена, нельзя терять бдительность. Истинные владыки Легиона еще ждут своего часа. И среди них монстр, что веками преследовал мой народ. Кил'джеден. День, когда огонь Северны наполнил мои вены, я видел свою судьбу. Великий поход до самых границ мироздания. Вот, что ты обещал мне. Наша победа неотвратима. Мы покорно следовали всем твоим приказам. И где же обещанная победа? Быть может, ты утратил веру, Кил'джеден. Быть может, я переоценил твою преданность. Я принес тебе в жертву свой мир! Покончить с Азеротом. Сжечь
дотла. Мы спустимся в гробницу и загоним чудовище в угол. Скоро власти Келчагана придет конец. Проклятые смертные вломились в гробницу, перебили моих слуг и возомнили себя равными легиону. Зря вы отправились сюда за мной. Этот бой станет для вас последним. Этот мир станет вашей могилой. Келчага! Твое вторжение в Азерон провалилось! У нас одна судьба. Аргус станет вашей могилой. Что ж, достойная смерть в бою. Эта война не окончена. Пока у нас есть ключ ко всем мирам. Агар, телепорт! Я всегда завидовал тебе. Ты видел, что нас ждет. Я так и не смог дать Сергерас отпор. Теперь у тебя есть шанс. Готово! Держитесь! Никого не забыли? Что ты натворил, Иллидан? Порой руку судьбы нужно направить. Мы сможем прорваться в Анторус и покончить с бесконечным перерождением демонов, если нас поддержит Зера и Армия Света. Все войска погрузились на Виндикар. Подготовка к вылету почти закончена. Достигнув Аргуса, мы объединимся с Армией Света и начнем наступление. Он понимает, чего ты просишь на самом деле. А остальные? Мы все следуем пути света, куда бы он ни вел. Вера всегда была твоей слабостью. Когда твои братья поддались тьме, ты не вмешался. Когда Легион разорил твой мир и поработил твой народ, ты сбежал. Ты лишь наблюдал, убеждая себя, что следуешь пути света. Талгат пошел против нас. Нет.
Это еще не конец, пророк. Собирай остальных и уходи. Мы их содержим. Хатуун, нет! Не делай этого! Прошу, защити мою семью. Куре! Помоги! Я найду тебя среди звезд, предатель! Даже если это займет 1000 лет! Поклянитесь мне в верности. Обратите сердца вашего. Я изменю вас. Дарую абсолютное знание и безграничную силу. Вместе мы станем легионом и одолеем алчущую бездну, что жаждет поглотить всех нас. За то, что он предлагает, цена не так уж высока. Такая сила. Я ему верю. Я надеялся, что мои братья почувствуют тьму в словах Саргероса, но их ослепило тщеславие и жажда могущества. Вскоре кристалл Атамала открыл мне ужасную истину о том, что случилось бы, решись мы принять предложение. Он превратил бы нас не в мудрых правителей, а в злобных монстров. Признай, ты подвел Эридаров. Их кровь на твоих руках. Ты не представляешь, на что я пошел, чтобы спасти мой народ. Свет сковывает тебя. Ты должен выбрать свой путь сам. Пророк, Виндикар готов. Летим. Не дай смертным прервать перерождение. Все, кто не покорятся, погибнут. Другого пути нет. Стань вновь орудием моего гнева, Агромар. Покончи с этим. И где же твоя армия света? Ксенодар! Что-то не так. Трусы выползли из своей норы. Открыть огонь! Демоны перезаряжают орудие. Пророк, что нам делать? Мы примем бой. Последняя битва за Аргус началась. Час перерождения близок.
Души готовы? Титаны все еще сопротивляются. Но это ненадолго. Одна из них все время ускользает. Без ее сущности нам не победить в этой войне. Элнар скоро явит себя. От меня ей не уйти, повелитель. После перерождения Пантеона ничто во Вселенной не остановит Легион. Так рады вновь предстать перед тобой, Зера. Туралеон, вы нашли избранного. Иллидан, с самого рождения свет твоих глаз дарил всем надежду. Я отказался от него очень давно. Разве ты не хочешь вернуть утраченное? Исцелиться? Гибель Легиона меня исцелит. Дитя, ты отдал многое, но обрел так мало. Раскрой свои возможности. Искупи вину. Сбрось оковы тьмы и прими силу света. Я уже платил свободой за силу. Пророчество должно исполниться. Как ты? Ты переродишься. Свет дарует тебе новую жизнь. Это решать не тебе. Свет исцелит твои шрамы. Они часть меня. Путь света — твоя судьба. Моя судьба в моих руках. Погубил нас, предатель! Лишь вашу слепую веру. Нет никакого избранного. Только мы и наши враги. Погибая здесь, они умирают навсегда. Не щади никого. Открыть огонь! Не дай смертным прервать перерождение. Сила бездны пульсирует в темный Наару. Она стала маяком. И указывает путь сюда тем, кому нужна эта сила.
тебя исцелить. Мы уничтожим Легион, даже если придется разорвать Аргус на части. Нам не вырваться из круга ненависти. Союзы недолговечны. Мы долго мирились с врагами и поплатились за это. Мы забыли, в чем наша сила. Держать строй! Наступаем! Лордерон будет нашим! Мой король... Ей некуда бежать. Огонь! Огонь! Let's go.
За мной!